21 сентября – день активной работы и ведения деловых переговоров. От всех знаков зодиака потребуется смелость и решительность. Овны, вам кажется, что все сложные дела будут решаться просто и быстро, однако это не так. Взвесьте все риски, просчитайте ходы, прежде чем начать что-то новое. Возможно, обстоятельства поменяются и на пути возникнут непредвиденные преграды. Лучше пока заняться основательной подготовкой. Тельцы. Поддержка близких нужна вам больше, чем обычно. Поговорите с ними откровенно, поделитесь переживаниями и обсудите общие планы. После обеда повышенный эмоциональный фон вернется в норму, и вам станет легче работать, общаться и принимать решения. Близнецы. Не стоит откладывать или отворачиваться от проблем. Если не решить их сразу, возникнут неприятные последствия, и ситуация только ухудшится. Сделайте усилия и найдите выход из положения. Используйте свой прошлый опыт и советы знающих людей. Раки. Досадные мелочи могут мгновенно вывести вас из себя. Звезды советуют контролировать свое настроение, не срываться на близких. Лучше сконцентрироваться на первостепенных задачах и направить свою энергию в позитивное русло. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь о ней просить. Львы, 21 сентября вам захочется рассказать миру о себе и своих идеях. Хорошо, если вы находитесь в кругу единомышленников и можете поделиться с ними своими планами. Это поможет увидеть удачные перспективы и пути движения вперед. Устройте вечером романтическое свидание, сделайте подарок любимому человеку. Девы, вам свойственно внимание к деталям и сосредоточенность на рабочих вопросах. Это поможет закончить сложные дела, которые раньше вы все время откладывали. Также может разрешиться какая-то старая проблема, возможно, получение незапланированного дохода. Весы. Занимайтесь только важными вопросами, от которых зависят будущие проекты или деловые взаимоотношения. Не распыляйте свое внимание на мелочи или рутинные дела. Они могут подождать. Если вам кто-то нравится, сделайте первый шаг и начните разговор. 21 сентября вы будете иметь успех. Скорпионы. Открыто выражайте свое мнение и не бойтесь подставить под сомнение какие-либо устаревшие утверждения. Накопленный опыт и знания помогут вам решать сложные вопросы и помогать окружающим в непростых ситуациях. Проведите вечер в приятной компании с любимыми людьми. Стрельцы. У вас впереди день загруженный и плодотворный. Ваша энергия на высоком уровне и многие сложные задачи вам по плечу. Вам в голову приходят интересные идеи, которые ускорят вашу работу и принесут доход. Во второй половине дня нужно делать перерывы и отвлекаться на приятные занятия. Козероги, для вас главное на 21 сентября не переоценить свои силы. Звезды говорят, что сложные задачи лучше не начинать. Вы вряд ли получите всю ту поддержку, на которую рассчитывали. Однако, если у вас есть четкий план и вы уверены в своих силах, то все получится. Небольшая поездка окажется удачной. Водолеи, вам придется усердно работать и преодолевать сопротивление, которого вы не ожидали. Продвигайтесь не спеша, шаг за шагом, не стесняйтесь просить о помощи коллег или родных. Возможно, начатую работу придется отложить, но вы обязательно ее успешно завершите уже в ближайшем будущем. Рыбы, вам с самого утра придется заниматься мелкими неожиданными делами, которые в итоге займут много вашего времени. Полезно расставить приоритеты и отложить на потом то, что не является важным и первостепенным. Вы измените свою точку зрения на какое-то событие во второй половине дня. Всем знакам зодиака 21 сентября важно быть аккуратными в своих высказываниях. Звезды знают, что говорят.